Команда СССР. Вратарь Лев Яшин. Защитник Владимир Кесарев. Нападающий Виктор Понедельник и Валентин Бубукин. Центральный защитник Анатолий Масленкин. Нападающий Валентин Иванов. Полузащитник Виктор Царев. Защитник Анатолий Крутиков. Крайний нападающий Слава Митревели и Михаил Мецкий. Правый крайний Слава Митревели обыгрывает защитника Фредерика Моника. Навес на вратарскую площадку. Удар. Очень опасный момент. И Валентин Иванов открывает счет. 1-0 в пользу сборной команды СССР. Отразив этот бурный натиск, инициативу перехватывают игроки советской сборной. Валентин Иванов отличным пасом выводит вперед Славу Митревели. Точная передача к воротам, и Валентин Бубукин забивает еще один гол. Это Валентин Иванов. И опять выводит вперед быстрого Славу Митревели. Это Виктор Понедельник, освободившись от опекуна, спешит получить мяч. Его быстро поняли игроки нашей команды. Вот она передача, удар, гол! Третий гол в воротах команды Польши. Тяжело достается польскому вратарю Стефанишину. Кубукин бьет. Мяч у Митревели, тот остается один на один с вратарем и хладнокровно посылает мяч в сетку ворот. Четвертый гол. Так. Вместо вратаря советской команды Льва Яшина тренер решил выпустить на поле другого вратаря, Владимира Маслаченко. Словно подтолкнула советскую команду. И опять этот молниеносный Михаил Мерзкий. Точная подача. Головой Понедельник забивает мяч в ворота. На гол, забитый гостями, ответ был дан ровно через минуту. И тут же следует наша атака еще сильнее. Польский вратарь весь в напряжении. Иванов с подачи Мерзкий забивает шестой гол. Посмотрите на табло. Всего минута разделяла эти голы. До конца остается совсем немного, но поляки все так же бурно стремятся штурмовать ворота сборной СССР. Маслаченко забирает мяч и тут же бросает его далеко вперед. 20 секунд до конца игры. Митревели подает мяч Понедельнику, и тот забивает седьмой гол. Посмотрев матч, Эррера был очень удивлен игрой хозяев и сказал в адрес советской сборной много хвалебных слов –